Siapa? Ну как? Что, поткнули уже? Да. Один трюк у меня уже внутри. Не зря меня называют вождем и гуру. Готов? Да. Давай есть. Ну как? Нормально. Все прямо? Помню. Вообще вот прокол одна из самых болезненных частей всей процедуры. Ну да, я читал. Так что я понял. Я читал, что еще болезненнее это массаж после вытаскивания. Ну, кто как делает? У нас обычный раз. Готов? Да. А вот на том барбекю, я помню, там вообще люди плакали от тапка. Он еще таким зверским лицом это делает. Прям вообще. Вот про массаж, который дядя Саша голодный делал, ходили вообще легенды. Я один раз ему когда ассистировал, у Динамо были слезы на глазах. А Динамо как бы, ну он тоже сам себе язык резал на живую без анестезии. Вот. Не плакал. Не плакал. Септум панчил себе на живую. Угу. Зачем же вот такое-то на живую делать? Ну, потому что у него есть принцип, он себе имплант еще бар в ногу ставил, чтобы ну, проверить, как они живут, тоже на живую. Не, это классный принцип, но если сам себе, наверное, делать, потому что... Готов? Да. Если кто-то тебе делает, так ты именно дергаешься и... Наверное, неудобно. Спинка готова. Хорошо там. Да, здорово, прикольно смотрится. Да крюки вообще все могут. Крюки все могут. Теперь можно елку вешать. Да. Я тоже так хочу. Подвесится? Легко, хоть сейчас. А, да. Пользуйся скидками. У вас она угада такого не будет. Уже середина недели такого не будет, потому что мы уедем. Мне да подвеситься, хоть бы прокалываться начать. У меня даже уши не прикол. А, да? Ого, вообще ничего. Но у нас были такие люди. Да. Только что. Надо же с чего-то начинать. Ну вот подвешивание хорошее. Сначала, да. Зачин такой прям как надо. Теперь знаешь, как поворачиваться лицом. Вот, и сейчас во время подвеса главное расслабиться сильнее. Вот. Помнишь, я с тобой сижу, в любой момент, когда хочешь вниз, сразу вниз, ничего особо страшного тебе не предстоит, то есть выйдет получше. Так, давай руки разлагаем. Ага. Надо и правую руку не забывать, теперь контролируешь, там все как хочешь, так и будет. Дальше рукам больно, приподнимаешь назад. Ну, кстати, я как-то понял, только левый руки поднимаете, как будто на правый. У нас бывает такое, где-то тоже как-то. Ну что? Ох, а это подвешивание. Как бы ты же накрыл. Так, попробуй опустить руки немножко. До такого момента он наденется, и вообще посмотрим. Thank you.
Ну что, все готово? Давай сейчас буду очень плавно приподнимать. Вот. И говорить об ощущениях. Пока вот именно следующее. Как, на руки не слишком большая нагрузка? Нет. Нет. Готов? Давай помнишь. Отлично. Ну как? Нормально? Нормально все. Хорошо висишь? Красавчик. Да. Наступающий, чё? Новый год нам приходит. Офигенно. Да, можешь уходить. Да, можешь присесть туда или туда.